Шквальный ветер, ливень и кое-где даже град. На Киев обрушилась гроза. Километровые пробки, затопленные пешеходные переходы, тротуары по колено в воде. Как украинская столица пережила удар стихии? Смотрите. Тут нужно просто менять вид транспорта на лодку. Слушай, где-то вода хлюпается. Мне кажется, достает уже до дна. Посмотри, там люди, вода по колено. Жесть. Прикинь, это вся вода тупо слилась сюда вниз. Мощный ливень обрушился на столицу Украины после обеда. Автодороги, тротуары и подземные переходы в разных районах города затоплены. Киевляне активно делятся последствиями непогоды в соцсетях. Внимание, открываем дверь машины, друзья. Я надеюсь, вам тут хорошо видно, да? Вот. Открываем дверь машины. Вот я вам, друзья, сейчас показываю. Поваленные деревья, оборванные электропровода, тонущие в лужах автомобили. Частично обвалился автомобильный мост. Такие последствия стихии. Ликвидируют последствия стихии сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Синоптики прогнозируют, дождливая погода в украинской столице продержится еще два дня. Александр Панченко, UATV.